подарили нам юку. Посадили мы ее, где земля выкопалась, там посадили. Сейчас у меня здесь азалии, гортензии, верески, хэбэ. Все, что любит кислую почву. И не очень мне здесь нравится эта юка, потому что она очень колючая. Здесь даже наклоняться невозможно. Смотрите, чем я занимаюсь в выходной день. Я ее по каждому листику обрезаю, чтобы не была такая колючая. Вот есть кусок юки, которая уже отцвела. Вот цветонос я срезала. И ее надо там внизу, под листьями, где корень, вырезать надо. Еще никогда я этого не делала. Сейчас попробую. Вот там под листьями откопала. И надо вырезать. Вот вырезанные юки. Я сама бы этого не сделала. Муж мне помог. Вдвоем мы подрезали. Вернее, он резал, я держала юку. Смотрите. Вот вторую юку он обрезал. Чуть-чуть выше. Мы когда заглянули сюда, тут вот ростки. Вот здесь был корень. Вот здесь была старая юка. Здесь ее вырезал муж. А вот по бокам новые ростки пошли. Сейчас еще одну вырежем. Вот цветонос. И будет красота. Вот тут третью колдобуху вырезали. От нее растет новая. Новая юка. Вот отсюда, от этого корня. Землю надо подсыпать, полить. И все. Вот четыре такие колдобухи вырезали. Ну вот в центре куста молодые растения. Они года через три должны зацвести. Пока что пусть юка сидит здесь. Вообще пересаживать можно новые, молодые. Вот сейчас подойду я к нему. Вот молодой такой. У него не сильно длинный корень, так что можно выкопать. А если старый, то старые юки, то у них длинный корень. Вот посмотрите, вот здесь она отцвела. Вот здесь она отцвела. Вот сухой. А вот здесь дала новый росток. Так она размножается. Дает от корня новые побеги. Так что можно вот это вот кусок отрезать, если кто-то хочет юку. Вот. И посадить. Но должна укорениться. Смотрите, какие корешки у молодой юки. Я потянула за листики, они выдернулись. Вот так можете размножать. Всем спасибо.